торжественной церемонии гашения почтовых марок принял участие вице-губернатор Кубани Александр Саурин, директор краснодарского филиала Почты России Елена Бабак и чемпион мира по водно-моторному спорту Дмитрий Вандышев. Именно они поставили свои автографы на специально подготовленных конвертах и первыми погасили марки, на которых изображен автомобиль Формулы-1 на фоне дворца зимнего спорта «Айсберг». Уникальные марки наклеены на конвертах первого дня. Не упустил возможности пополнить свою коллекцию и сочинский филателист с более чем 50-летним стажем. Я ждал этого момента, вы представляете, что в Сочи будет мировой этот чемпионат Формулы-1. Для меня это спортивный праздник. Церемония гашения марок, посвященная крупным событиям, проходящим в регионе, стала уже традицией. К тому же связь, отметил вице-губернатор, приоритетное направление для Краснодарского края. Я надеюсь, все те, кто присутствует на мероприятии, понимают, что связь здесь работает неплохо. И мы развиваем все структуры связи. Все событийные вещи только фиксируют тот факт, что они происходят. Мы сегодня фиксируем исторический факт нового события в нашем регионе. Специальный штемпель уже отправлен на хранение в Центральный музей имени Попова в Санкт-Петербург. А марки и конверты, прошедшие процедуру спецгашения, уже стали филателистической редкостью. Ольга Десятова, Инга Габешия, Демид Даниловский, телекомпания ФКТ.